Добрый день. Сегодня у нас на обзоре телефон Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Внешнее состояние. Экран у нас не имеет каких-либо дефектов, ни трещин, ни сколов никаких нет. Только вот одна небольшая, маленькая царапинка едва заметная имеется на экране. Сзади у нас камера в отличном состоянии, никаких дефектов нет, телефон не вскрывался, все полностью в замечательном состоянии, имеются потертости в гнезде. Итак, 12 гигабайт оперативной памяти, 256 гигабайт внутренней памяти. Телефон у нас сделан для корейского рынка. Процессор Snapdragon. Никаких дефектов на экране не наблюдается. Ни битых пикселей, никаких выгораний. Динамики все работают хорошо. Да-да. Угу. Экран все четко отрабатывает. Камера у нас работает замечательно, без каких-либо дефектов. Широкоугольная камера, зум тоже срабатывает хорошо, фронтальная камера. Все тоже хорошо работает. Никаких аккаунтов, ничего нет. Телефон полностью сброшен, никакой либо информации нет. Послушаем какой-нибудь динамик. Динамики работают хорошо. Ну и есть родной стилус. Телефон продается без комплекта. Только сам телефон.